Конкурс «Ансамблевое исполнительство» проходит раз в 3 года. Это мероприятие 4-е по счету. Интересно, что в нем принимают участие только воспитанники сельских детских школ искусств. И в городском округе Мытищи 2. Одна расположена в поселке Пироговский, другая в деревне Жостово. Цель нашего конкурса – поддержать именно детей, которые, может быть, не всегда могут выехать на какие-то крупные областные или всероссийские международные конкурсы. Но, тем не менее, это дает толчок для дальнейшего развития. Участников конкурса «Ансамблевое исполнительство» традиционно принимает Пироговская сельская детская школа искусств. На этой конкурсной сцене можно услышать и популярные, и русские народные инструменты – скрипку, гитару, домбру, балалайку, аккордеон. Вокалисты также допускаются к участию в творческом состязании. Словом, правило одно – исполнение должно быть коллективным. Педагоги считают, ансамблевое исполнительство снимает напряжение, присущее начинающим музыкантам, и таким образом готовит их к куда более серьезным выступлениям. Дети в ансамбле очень любят играть. Для них это большое преимущество, потому что даже если кто-то похуже занимается, в ансамбле он может себя проявить, показать, слушать со стороны. Кроме того, ансамблевое исполнительство – одна из дисциплин в сельских детских школах искусств. Поэтому это творческое состязание также можно назвать своеобразным экзаменом для начинающих музыкантов. На конкурсной сцене они могут как показать себя, так и понять, над чем придется поработать в следующем учебном году. Надежда Трифонова, Константин Химичев. Информационная программа «День».